Наблюдая за происходящим на сцене Русдрама, кажется, что для зрителей готовится самый настоящий мюзикл. Такого количества танцевальных номеров нет, пожалуй, ни в одном из спектаклей в репертуаре театра. Главный наставник – российский хореограф с 16-летним стажем, артист мюзиклов и постановщик множества известных проектов. В этом году мне посчастливилось открыть Абхазию с точки зрения творчества. И вот это наше сотрудничество с этой замечательной труппой выливается вот в такой замечательный спектакль. И я был очень удивлен и порадован тем, насколько точно и четко ребята могут отобразить своими движениями мысль, которую мы задаем с режиссером. Они очень хорошо все делают, очень энергично, очень живо. И, скажем так, первоначальный план постановки, который у меня был в голове, когда я сюда ехал, он сейчас изменился из-за того, что ребята могут больше, чем я думал. На освоение номеров у артистов всего 3 репетиции. Хореограф Андрей Глущенко приехал в республику накануне, а уже через день завершит свою работу в Абхазии. Параллельно с танцами актеры театра учат свои тексты, вживаются в роли и стараются запомнить все указания наставников. Много текста, за маленький промежуток времени нужно его выучить, но, как многие думают, текст самое страшное. Поверьте, это не самое страшное. Нужно запомнить также мизансцены, задачи режиссера, чтобы все были выполнены. Поэтому трудности именно с тем, что это все в сумме. Нужно показать зрителю в таком хорошем виде, чтобы зритель получил удовольствие. Это третий день репетиции. До премьеры остается совсем немного времени. Начать их ранее режиссеру и руководителю Московского театра комедии Сергею Ефремову не удавалось. Его творчество уже давно знакомо абхазскому зрителю. Он известен по работе над такими спектаклями, как «Примадонны» и «Клинический случай». До этого, я приезжал, у нас один спектакль с двумя приездами. Я приезжал на 3 дня, где-то 2 недели в общей сложности, и потом было 11 дней. А второй раз я приезжал дней на 20, то есть у меня было побольше времени летом. И сейчас у нас фактически 9 дней на постановку. До этого я не приезжал, то есть без меня проходили они читки, собирались, читали здесь. Я в Москве тоже что-то делал, вырезал какие-то свои, делал моменты рабочие. И приехал, и мы уже сразу впрыгнули. В первый же день у нас была просто одна читка за столом, и пошли разводить сразу первый акт мизансцены. Все придумывалось прям на ходу. Какие-то, конечно, задумки уже были в голове, но в основном все прям... артисты сами с полуслова все понимают, поэтому здесь работать очень приятно и очень здорово. Всегда рад приезжать сюда. Спектакль «Оскар» ставится по пьесе французского драматурга Клода Манье. Комедийная история была воплощена в известном многим фильме «Оскар» с Луи де Фюнесом. А уже скоро эта комедия предстанет перед зрителями на сцене Русдрама. Это французская комедия, комедия положений, очень яркая, очень позитивная. Я уверен, что зал будет просто сходить с ума, в хорошем смысле, от смеха, от эмоций, потому что этот спектакль будет насыщен комедийными ситуациями, насыщен, кстати, очень эффектными танцами. «Оскар» будет одним из таких спектаклей, который просто станет любимым, мне кажется, способом провести вечер в Абхазии. Сейчас репетиции новой постановки «Русдрама» идут полным ходом, ежедневно с 11 утра и порой до поздней ночи. А все для своего зрителя, который уже 6 февраля, премьерный день, сможет по-настоящему оценить еще один комедийный спектакль театра. Виола Барганджи, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.